Всем привет, девчонки, мальчишки! Ну что, сегодня у нас с вами заключительная серия моего квеста «Как я прожила на 500 рублей 15 дней». В принципе, даже все очень неплохо было, я хочу сказать. Ну, по крайней мере, голодная я не ходила. Вот. Но, конечно же, в реальной жизни это повторять не нужно, а стараемся, зарабатываем, чтобы прекрасно себя чувствовать в этой жизни и ни в чем себе не отказывать, и на 500 рублей точно не жить. Вот. Это не пропаганда, как прожить на 500 рублей. Депутаты точно мои видео не смотрят, потому что делать нечего. Это просто своего рода такой эксперимент. Можно же ли в 21 веке, в 21 году прожить на 500 рублей? В принципе, можно, но сложно и не нужно. Вот так я вам хочу сказать. Все, друзья мои, начинаем сегодня 14-15 серия. Всем приятного просмотра. Завтрак сегодня у меня будет прост. Я сделаю себе картофельный драник. Так, возьму две картошки. Так, это будет небольшая, вот такие две средние. О, будет достаточно. Сейчас почищу их. Так, натерла я картошку. Сюда добавлю сейчас еще немного лука. Соль еще. И все это вот так перемешаем. Пожмякаем чуть-чуть. Без масла, без, просто картошка, лук и соль, все. Сейчас тонким слоем распределю. Ну все, мой чудный блинчик готов, чудный блинчик готов. Чай у меня вчерашний есть. И съем-ка я еще кусочек пирожка вчерашнего. Вот он. Четырнадцатый денек сегодня у нас с вами. Ну что, давайте отведаем картошечки. Простой завтрак. Как просто, но как вкусно. Про такие завтраки говорят. Просто, но со вкусом. А то как будто до этого у меня были не простые завтраки, а там мишленовские. Сверху бы сметанкой еще помазать. Было бы вообще атас. Ну, увы и ах, пока. Ну, и так сойдет. Прекрасно. Так, какие планы сегодня? Я сегодня схожу в магазин. Потрачу оставшиеся 55 рубликов свои. Драгоценные, которые я сохранила. И получается, я как бы уже почти 2 недели прожила на 450 рублей, да? Ага. Вот, собственно, мои продукты, те, которые остались. И сейчас на обед я приготовлю себе овсяные котлетки. И вместо кубика у меня опять будет лапшичка. Вернее, там, приправка. Значит, у меня есть вот геркулеса еще сколько. А сейчас мы из него из всего и сделаем. Сюда высыпаю кубик или приправу. Нужно залить водой. Немножко, чтобы это все поднабухалось и настоялось. Ну, вот так где-то будет достаточно. Все, оставлю на 10-15 минут, пусть постоит, поднабухается, и дальше уже будем творить. Что же, у меня уже тут все поднабухалось, вот до такого состояния, нормально, ну, то, что и нужно. Так, и теперь вообще сюда нужно обжарить лук, можно обжарить, я не буду его обжаривать. Так, я его сюда просто мелко-мелко порежу. Но чтобы было повкуснее, а я, видно, не люблю, чтобы было повкуснее, я его просто нарежу. Не, просто мне не хочется жарить на маргарине. Если бы у меня было масло, я бы, конечно, бы пожарила. Да и так я за это выживание очень много. Да и вообще, ем жареного. Мне просто уже не хочется есть жареное. И на масле я не ем. И поэтому просто сюда добавлю лучок. Все, перемешать и готово. Сковородку разогрела, без масла, без ничего, просто жарим. Жарю их под крышкой, все-таки, чтобы и внутри немного прожарились. Ну что тут у нас? Ох, прекрасненько.
прекрасный обед готов. Кушать подано, садимся есть, друзья мои. Я сегодня буду опять есть лук, потому что нужно мне немного поправляться. Вот, и все-таки по телеку не зря говорят, всего лишь одна маленькая луковка в день, и все, и вы будете здоровы на всю жизнь. Чему я надеюсь. Так, ну что, мои получились котлетки вот такие. Сейчас разломаю, покажу вам. Вот какие они. Если хотите, чтобы они вот так вот лепились, то, конечно же, водички поменьше давали. Но так, в принципе, как оладушки с кубиком. Кубик можно любой брать, не обязательно там говяжий, там куриный. Можно и грибной, тогда будет со вкусом грибов. Идеально для вегетарианцев. Угу. Опять вилка рядом, ем руками. Я не знаю, что такое. И лучком закусим. Это перфекта. Кто еще посмотрит, скажет, она вообще любит там. Какие нафиг перфекта. Лук с овсяными котлетами. Оголодала. Нос пробивает как. Нос пробило вообще прям, не могу. Отлично. Так что, если что, какие капли? Ешьте лук. Сейчас пойду в магазин, главное дело. Хорошо, хоть в маске сейчас ходим. То я не знаю, со мной лучше рядом не стоять. Задохнешься. Как-то я их делала на выживании уже, ну, в самом-самом начале далеко. И были они без кубика. Вот с кубиком намного-намного лучше получается. Хотя бы даже если нет кубика, вот, пожалуйста, ролл там за 5,50 то же самое. Да, но, в принципе, кубик так стоит 5 рублей. Поела. Осталось 6. Хватит мне, я уже наелась. Лук, конечно, все горит во рту. Такие все штабеляби попадали. От луковой моей терапии. Так, ну что, теперь я поеду в магазин. Будем тратить последние 55 рублей. Что на них купим, я так и не придумала. Но фарш это однозначно. А там уже поглядим. Исходя из того, насколько он вытянет и вообще почем он сегодня у нас. Рублей на 30 рассчитываем. Все, друзья мои, в магазин поехали. Сначала нужно было поесть, а потом идти в магазин. А то вы знаете, что голодными нельзя ходить, иначе скупишь все. А когда денежек тю-тю, особо не разгуляешься. Поэтому я сначала поела, а потом и еду. Иду в Европу, трачу свои последние 55 рублей драгоценные. Сразу иду смотреть, почем у нас мясо сегодня. Фарш, вернее. Так. По 189 дешевый. По 190, грамм 100 фарша. Чуть-чуть совсем. Фарш вышел на 22 рубля ровно. Вообще отлично. Туда у меня осталось еще 28 рублей есть. Лук у нас стоит 25 рублей. Пройдемся теперь по овощам. Мне нужна все-таки одна луковица, а то я уже весь лук поела. Вот такая пойдет мне луковичка. Лук вышел у меня на 3,45. Итого я пока потратила 25 рублей. И решила я себе взять еще один мандаринчик. 70 рублей он стоит. Все-таки нужны мне витаминчики, без них никак. Мандаринчик вышел на 7,84. В принципе, буду брать его. А куда деваться? И еще решила сегодня пошиковать и взять кофе. Значит, кофе Якобс Монарх стоит 10 рублей. И кофе 2 в 1 Нескафе Вкус 10 рублей. Вот это что ли? Попробуй. Нескафе. А, нет, это не то, это латте. А то сейчас возьмем мы что-то по-дорогому. Так, Нескафе 2 в 1. Что купила в итоге? Кофе Якобс за 13 рублей, мандарин за 7,84, лук за 3,45 и фаршик за 21 руб. Итого я потратила 46 рублей сегодня. И все, осталось у меня 9 рублей. Ну что же, будем готовить ужин. Потребуется фарш. И вот вермишелька у меня еще есть. Значит, сейчас мы с нее сделаем одну вкусняшку. Значит, беру здесь фарш.
Так, ну что тут в фарше, вы мне тоже спрашиваете. В составе тут мясо кур, кожа куриная, протекс бак, регуляторы кислотности. Все, ешки две какие-то. И все, вот что тут за фарш. Вот такой. В принципе, нормальный, он ничем не воняет, обычный, хороший, запах у него не вонючий. Ничего плохого в этом фарше нет. По крайней мере, я имею в виду вот по внешнему виду. А так, конечно, лучше самим делать фарш. Теперь берем лапшу, мелко ее ломаю сюда прям в фарш. Немного лука возьму еще, как будто мне много нужно было. Так, режу его, добавлю сюда к фаршу, вот так. А немного мне пойдет на обжарку. Морковку сразу все натерла, я немного отложу себе, вернее много отложу на завтра. Это мне сейчас буду зажарку делать. Так, это мы вот так пожмякаем. Вот такие у нас ежики. Зажарка немного поджарилась. Теперь беру тефтельки такие будущие. Кладу их сюда. Четыре штучки у меня получится. Нормально будет. Немного водички сюда. И тушим все это, парим, варим минут 20. Ну все, готов мой вкуснющий ужин. А вот он какой. Все, выпарилась водичка, макарошки сварились. Так, теперь сейчас положу себе пару штучек. Вот так, и такой у меня сегодня будет ужин. Ужин сегодня предпоследний. 14-й. Я тут разжилась кофе на последний момент, на последние денечки. Ну а что? Не стоит себе отказывать. И еще и витаминчиками. Это мандаринчиками пакистанскими. Так, ну и, конечно же, вот такой у меня сегодня вкуснющий ужин получился. Так, давайте попробуем. Вот так. Вообще делается это с нормальными макаронами. Такие тефтельки. Но так как у меня нормальных нет, вот еще вариант, куда деть бомж-пакет, например, кто не знает, куда вермишель деть. Пожалуйста, вот оно. Сюда еще томатика добавить, там перчики, помидорчики можно. Кстати, у меня еще 9 рублей осталось, еще тоже на один пакетик вермишельки хватит за 5,50 из фикс-прайса. Даже в Светофоре нет дешевой лапши. А была там раньше по 4 рубля лапша. В нашем сейчас не продают. Ну, что-то типа там... Я вспомнила. Вот это да, вермишель у них там есть. Она продавалась 4,80 или 7 стоила. Сейчас она стоит, по-моему, 6 или 7 рублей. Шкурку не буду оставлять, потому что мне она не нужна. У меня на завтра есть кофе. Кофею. Есть кофе. Поэтому будем завтра пить кофе. Ура, ура. И сейчас... Ой, я съем мандаринчик. Боже, как он пахнет. Как это прекрасно. Есть мандарины пакистанские, турецкие, арабские, китайские. У них костей дофига, конечно. Ну и все, вот такой у меня сегодня прекрасный был ужин, заключительный сегодня 13 дня, ой, 14 дня сегодня. Так, за ваше здоровье, друзья мои. Ой, горький, нет, с кафе, конечно, в 3 в 1 лучше, этот немного горьковат. Монарх, ну ничего, будем пить. Так, все, друзья мои, до завтра, увидимся с вами завтра. Я прекрасно поела. К сожалению, грустно и печально об этом говорить. Сегодня у нас с вами будет последний заключительный выпуск моего выживания. Выжила я 15 дней на 500 рублей. Почему говорю выжила? Потому что сейчас у меня уже вечер. Значит, не буду затягивать слишком долго видео. И на завтрак скажу, что я сегодня делала. У меня оставалась овсянка, все мы как видели. Я ее отварила.
просто в воде добавила туда 2 пакетика сахара, все это сварила минут 5, проварила и прекрасно съела и прекрасно себя чувствовала. Вот, также на обед, что я приготовила сегодня, вернее ничего я не готовила, вчерашние я разогрела котлетки свои ленивые, там тефтельки, не знаю, кто как хочет, так их и называет. В общем, просто их погрела и вот так вот поела. Тоже был прекрасный у меня обед. А, и на завтрак я еще пила кофе. Вот в обед я ничего не пила, потому что пить особо нечего. И оставшийся кофе я оставила себе на ужин. В принципе, вот такой у меня был сегодня денечек. На ужин я доем свои овсяные сейчас котлетки с морковкой. И взвесимся, узнаем мой вес. И уже дальше будем подводить итоги, что у меня осталось. Будет ужин легенький, ну как легенький, не совсем легенький, нормальный ужин, вот 6 котлетосиков и немного еще морковочки. Вот у меня еще десерт остался, это мандаринчик, как я его приберегла, да. Ем последнюю котлетку на сегодня. Сегодня без лука. Ужин я свой съела, я сейчас попью кофе и съем мандаринчик. Кофе, конечно, горький, просто жесть, просто. Ну а теперь давайте подведем итоги, что у меня осталось. Значит, у меня осталось 3 картошки, вот, 1 лук целый, луковица целая, немного маргарина еще. Задолбалась я на нем жарить, я, наверное, его больше никогда на выживание покупать не буду, потому что это, конечно, жесть. Вот столько пшенички, немного сахара, 1 лапша, ну, приправу я отсюда доставала, немного дрожжей, тут что у нас, немного муки, апельсиновая цедра, мандариновые шкурки, вот тут тоже сушеная, и еще пол, ну, пирога или хлеба, еще половинка это есть, но это я уже без выживания доем. Вот, так что, ну, конечно, это тоже все доем, естественно. Вообще, в принципе, на эти продукты можно еще протянуть денек-два, но я как бы свою миссию выполнила, моя миссия сделана. Я прожила 15 дней на 500 рублей, так что все даже очень было неплохо. Я не ходила голодной, единственное, что мне не хватало, это овощей, ну, салатиков зеленых всяких и фруктов. Все, остальное, ну и мясо мне иногда хотелось, да, конечно же, вот эти сосиски заменить там на нормальные, или вообще лучше на какую-нибудь куриную грудку, или мясо какое-нибудь купить нормального, то можно, но это уже другая история получается, другая сумма. Все, друзья мои, желаю вам всем не выживать, а чтобы мы жили радостно и счастливо, вот, и увидимся с вами уже скоро. Всем отличного настроения и пока, до скорых встреч. Вкусненько вообще что-нибудь поем, ура, ура, ура. Да уж, походу ничего я не поем. Можно было и не выживать. Жрать все равно нечего.